Программа «Сыбага» реализуется в области с 2018 года и стала довольно востребованной среди сельского населения. Теперь получить кредит по этой программе стало еще проще. Отныне залогом будет выступать приобретаемый скот. Главное, чтобы имелась вся необходимая инфраструктура для содержания скота. То есть земельный участок, помещение, где будет содержаться скот, техника и прочее. И еще одно условие. Субсидии от государства в размере 225 тысяч тенге за одну голову КРС должны быть получены на счет корпорации до того, как кредит будет выдан. Заемщик обращается к нам с заявкой на кредит. Мы рассматриваем ее, одобряем. После этого он обращается в уполномоченный государственный орган для того, чтобы запросить эти субсидии авансом. Как только мы эти субсидии получаем, мы можем выдать 100% денег. Заемщик едет, закупает скот, подтверждает целевое использование, а в дальнейшем те средства, которые субсидии поступили, мы их списываем заемщику на досрочное погашение кредита. Программа «Экономика простых вещей», позволяющая взять кредит на любые цели, главное, чтобы они касались сельского хозяйства, тоже набирает обороты. На кредитование в текущем году было выделено 1,5 миллиарда тенге, и все деньги почти освоены. Еще одно изменение в этом году по этой же программе, ввиду того, что вот возникли такие неблагоприятные обстоятельства, связанные с карантином, а в целях поддержки продовольственной безопасности на нашу область по программе «Экономика простых вещей» выделено 5 миллиардов тенге для финансирования проектов на весеннеполевые и уборочные работы. Подать заявки на получение кредита уже можно, начиная с сегодняшнего дня. Олег Великий, Мирбулат Джигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.